Волнения как будто и не было, без ошибок и помарок. Максим Караваев и Тимофей Иванов своим атлетизмом и артистизмом покорили сердца не только зрителей, но и судей чемпионата мира, который прошел летом в Женеве. И по исполнению, пожалуй, лучшая работа. И судьи со мной абсолютно согласны. 2640 трудности, артистизм почти девятка. Без полтысячи 18-2 исполнение. 18-2 исполнение, это догнать будет очень-очень тяжело. Догнать было не просто тяжело, невозможно. Уровень мастерства слишком высок. Спортивные акробаты из старого городка подтверждают звание чемпионов мира. В основном это из-за тренировок. То, что мы очень хорошо прогадали, вот когда у нас подошел пик формы, а это было на соревнованиях как раз. И, ну, не тяжело было выступать. Вот. Выступали ради эмоций, если честно. Очень понравилось. Эмоции колоссальные. И только чемпионы знают, за кажущейся легкостью огромный труд их и наставника Тимура Гургенидзе. Тренировки дважды в день с небольшим перерывом. Без поддержки друг друга никак не обойтись. Это все время. Нужно, необходимо стоять в составе продолжительный срок, чтобы чувствовали друг друга и помогали друг другу. То есть если один у одного что-то пошло не так, то второй это должен почувствовать и исправить незаметно для судей. Вот у нас это, в принципе, неплохо получилось. Золото из Женевы привезли не только Максим и Тимофей. Сборная России вернулась домой с победой в командном зачете. 4 золотые медали на счету спортсменов из старого городка. Накануне Дня города Одинцова чемпионы снова в числе награжденных. Посмотрите, сколько замечательных профессий сегодня объединил наш зал. Врачи, учителя, правоохранители, спасатели, спортсмены, служители культуры, государственные служащие, инженеры и рабочие. Без привлечения весь цвет нашего округа. Заслуженные награды, благодарственные письма, почетные грамоты и благодарности от губернатора Подмосковья, Московской областной думы и Одинцовского округа получили более 120 человек. Это люди разных профессий, которых объединяет одно – любовь к своему делу и городу, в котором они живут и работают. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».